Приветствую всех на своем канале. С вами Людмила. Начну я обзор фикс прайс из декора. Сразу обратила внимание вот на эти декоративные фигурки ангел. Смотрите, они есть в трех вариантах, разные. Симпатичные такие фигурки. 149 рублей. Я не знаю, это уже стояла декоративная фигурка. 199 рублей. Ну, на всякий случай покажу вам тоже. А теперь посмотрим, что появилось из новой коллекции. Что уже поставили на полочке. Так, это чашка с блюдцем. Набор 230 миллилитров и 15 сантиметров блюдце. Стоит 199 рублей. Вот так вот она будет смотреться. Рядышком набор чашка 250 миллилитров и блюдце 13,5 сантиметров, 249 рублей. Вот это вот нижняя с разными ручками расцветки. Вот такие вот кружки 370 миллилитров со снежинками 83 рубля. Так, сейчас секундочку. Кружки разных расцветок, это фарфор. Так, рядышком стоит кружка 420 миллилитров. Вот так, такое вот оформление. Вообще-то разные. Эти кружки тоже из новой коллекции, 149 рублей. Они очень легкие. Смотрите, вот такой рисунок. Вот такой вот рисуночек. Симпатичные кружки с вязаным узором. Внутри белые. Так, это у нас керамика, 79 рублей. Там дальше еще есть расцветочки, вот разные. И вот такая вот кружка с ушками. Мишка, 174 рубля, 460 миллилитров. Это показала я вам то, что уже выставили. Продолжение, надеюсь, будет. Из новинок посмотрим, что еще появилось. Смотрите, вот такая шкатулка. 299 рублей. Она внутри. Так, выполнен сбоку зеркало. Да. Симпатичная очень шкатулочка. Так, и из чего она изготовлена? Состав. Состав не вижу. Есть стекло МДФ, полиэстер. На подарок можно взять и еще положить что-нибудь туда. Симпатичная, правда же? Так, пришли мы сюда в отдел посуды, именно где кружечки. Вот, покажу вам вот такие вот кружки большие. Размер 460 миллилитров, 83. Так, и пришла я в отдел игрушек. Видите, здесь никого нету, никто не помешает, потому что, когда я записываю, хочется, чтобы только мой голос был в кадре. Смотрите, какие игрушечки. Животный мир. Игрушка мягкая. Написано 349 рублей. Вот такая вот собачка. Это у нас бегемотик. Вот такая вот. Сейчас. Смотрите, какая прелесть. Улыбается. Только не пойму, кто это. На кого похоже. Подскажите. Так, и вот лягушка. Вот такая лягушка. Зеленая. Красивая. На подарок можно деткам купить. От 3 лет. Смотрите, какие пупсы в костюмчиках.
Они мягкие. Ручки. Нет, ручки твердые, а здесь все мягкое. Такой вот. Интересно, они. Их можно раздевать? Или так и будут? Вот тоже можно разные расцветочки выбрать. А этот спит. Миленький какой, гляньте. Глазки закрыл и спит. Что-то я здесь заметила. Мозаика. Напольная мозаика. 199 рублей. Пожалуйста. Тоже. На подарок можно купить. Так. Просто вот так вот пройдусь, покажу, что еще. Может, вы что-то заметите, что вас заинтересует. Цены покажу вам. Эти машинки стоят коллекционные. Вот такие вот со звуком и светом есть. Для мальчиков коллекционный самолет 299 рублей. Вот такой вот игрушка, волшебная палочка, исполняет желание. Так, это у нас конструктор, парк аттракционов, конструктор парк развлечений. Я когда-то внучкам покупала здесь кукольный домик, игрушку, набор игровой мебели. Вот они есть, но это другие. Тоже. Смотрите. Нет, это, кажется, они. 249 рублей. Угу. На подарок под елочку можно купить. Или вот такая гостиная. Или вот такая вот столовая. Игровой набор. Тоже можно девочкам под елочку. Смотря какой возраст. А вот деревянный театр. Собери, раскрась, играй. В наборе краски и кисть. Набор для творчества. 299 рублей. Вот посмотрим еще книги, если есть. Что? Сказки для малышей. Сказки для малышей. Очень хорошие сказки. Это вот по 149 рублей. И вот такая детская энциклопедия в сказках тоже. Это как вариант на подарок ребенку под елочку. А на этом я, кажется, свой обзор заканчиваю. Продолжение будет в следующих видео. Не знаю, как получится, как новинки выставят, просто уже в фикс-прайсе нет места для полочек, нет для новинок. Это декоративный домик 199 рублей. Можно сюда поставить светильник. Тоже красиво будет смотреться. Часы деревянные, тоже не видела. С попугаем. Такая вот овечка. Что там еще? Мишка. Все, на этом я свой обзор заканчиваю. До новых видео на моем канале. Всем хорошего настроения и удачных покупок. С вами была Людмила. Всем пока!